В ночь на 25 сентября службе спасения пришлось экстренно выезжать на проспект Гагарина в Днепре, где произошло смертельное ДТП. Как сообщила пресс-служба ГЭЧ, автомобиль Mitsubishi Evolution выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мусоровозом. В результате пассажиры и водитель легковушки оказались зажатыми в искореженном автомобиле. Для того, чтобы освободить их, спасателям пришлось срезать все двери, центральную стойку и рулевую колонку. К сожалению, одна из пассажирок автомобиля, 20-летняя девушка, погибла на месте. Двух парней и девушку медики экстренной помощи госпитализировали в больницу имени Мечникова. Водитель и пассажир мусоровоза не пострадали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.